Встретился глава государства с председателем правления Siemens Роландом Бушем. Компания является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Евросоюза и предлагает широкий спектр услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, а также в различных отраслях промышленности. Касым-Жомарт Артукаев отметил значительный вклад Siemens, к слову, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны.